Дети, слушайте, ночь уже на дворе. Чего вы сидите-то? Идите уже спать укладываться. Мам, а можно мы еще телек посмотрим? Что? Какой телек? Вы посмотрите ночь за окном. Давайте быстро спать. Мам, ну какая ночь? Ну подумаешь, на дворе немножко стемнело. Ты что? Завтра утром рано вставать, на море ехать. Ну какой телевизор? Вам выспаться надо. Дети, тебя это тоже касается, кстати? Да. Мам, ну хотя бы в ноутбуке можно мультики посмотреть? Какие мультики? Спать, я сказала. Мама, я уже не маленькая, ты меня спать укладываешь. Кто сказал, что не маленькая? Маленькая. И хватит со мной спорить, все. Спать. Богдан, вот мне мама вообще не понимает. Вот если б я была мамой, я бы своих детей вообще спать не укладывала бы. Ого! Ну почему дети такие непослушные, а? Вот будь я сейчас на месте Светы, я бы с такой радостью легла бы и заснула. А тут, эх, дети, дети. Ну хоть бы посочувствовал бы, помог. Брат еще называется. Хорошо. Угу, конечно, дождешься от него чего-нибудь, а? Одежда-то? А на тебе моя. Точно. Богдан, ты что у нас, одежду мне поменял, что ли, а? Богдан! Дети, слушайте, надоели мне ваши игры, давайте спать уже ложитесь. Я тоже спать пойду. Все, спокойной ночи. Блин, опять нужно замазывать. Ты что, мой двойник, что ли? Это я? Эй! Кто? А ты кто? Да, Богдан, что у тебя получилось? Кажется, я знаю, он нас телами поменял. Ты же Света? Да, а ты, ты мама? Да. Богдан! Палочка. Я не знаю. Ах ты так! Ну я тебя так, сейчас... Не ссорься с братом. Мы сами найдем волшебную палочку. А ну давай быстро пошла искать. Я ничего не нашла. Я тоже. И что теперь делать? Мы теперь навсегда так останемся? Так, спокойно. Мы все найдем. Черт! Мне же на работу надо. У нас же сегодня проект. Ну что, прогуляй денечек.
Да что ты вообще понимаешь? У меня же проект! Так, в таком виде я точно не смогу пойти. Придется идти тебе. Нет! Да-да-да, пошли, пошли, я тебя одену, пошли! Ну вот, уже нормально. Мам, я не люблю платье! Мам, ну зачем я пойду на работу? Ну пожалуйста, мам, ну не надо! Так, в платье обязательно пойдешь, такой дресс-код. Ты же не хочешь, чтоб меня уволили? А ну-ка, пошли. Ну, маленькая козюлька, вот у меня получишь. Так, главное не нервничай. Если что, звони мне, поняла? Да поняла я, поняла. Так, так, ты куда? А на место не поставить, да? Гадость какая! Иди. Ну все, мне хана. Света, поиграй со мной. Я не Света, я мама. Мне еще убираться, готовить, в магазин идти. Так, давай, иди сам поиграй. Прошел. Кажется, меня уволили. Что? Там же было все расписано в папочке для проекта. Сколько раз я тебе говорил, учись в школе, учись. А ты что? Ой, папочка, господи. Папочка. Боже мой, вот неуч-то. Мам, это все он виноват! Мам, это он! Стоп, здесь! Ура! Ты чего в моей одежде? Так, давай-ка иди быстренько снимай мое платье, давай! Да с радостью!